Привет, Орел! На предстоящей неделе будет куча классных мероприятий, но большинство из них – концерты. Поэтому сегодня не будет анонсов театральных спектаклей и кинопремьер, а почти все строчки моего личного рейтинга «Я б сходил» заняли музыкальные вечера самых известных и интересных исполнителей. Устраивайтесь поудобнее, сейчас обо всем расскажу. Пятая строчка – Сретенский бал православной молодежи. В ближайшее воскресенье в театре имени Тургенева пройдет необычное мероприятие – бал молодежи. Это событие приурочено к Международному дню православной молодежи, который отмечается 15 февраля. Такие балы в этот день пройдут в десятках регионов России и зарубежья. В программе праздника – исторические и социальные танцы, игры, фотосалон и фуршет для танцующих. Основные задачи проведения бала – укрепление духовно-нравственной ценности современной молодежи, воспитание духа патриотизма, знакомство с балом как с уникальной формой современного досуга. Регистрация для желающих принять участие в бале уже завершена, а юноши и девушки уже вовсю проводят репетиции. Однако все, кто хочет просто со стороны понаблюдать за красивыми танцами и нарядами выступающих, могут посетить бал совершенно бесплатно 17 февраля в 13:00. Четвертое место. Концерт группы «Порнофильмы». На этой неделе в «Орел» приедет группа «Порнофильмы» и сыграет большой праздничный концерт по случаю своего десятилетия в рамках юбилейного тура. Музыкальный коллектив с таким вызывающим названием сумел победить не только борьбу с поисковиками за то, чтобы их название не было забанено, но и сумел подняться из полуподвальных клубов и теперь выступает на самых лучших площадках России. Прошлогодние осенние концерты «Порнофильмов» в Москве и в Питере, которые собрали тысячи поклонников группы, вывели музыкантов на какой-то невероятный высокий уровень. И теперь Владимир Котляров и его банда собирают солдаты почти во всех городах России. «Орел» не стал исключением. За 10 дней до начала концерта все билеты на предстоящий концерт проданы. Однако, если вы настоящий фанат панка, то, я думаю, найдете способ попасть на концерт. Без сомнений, 16 февраля в клубе «Герц» будет жарко как в прямом, так и переносном смысле этого слова. Третья строчка. Концерт народного артиста Российской Федерации Александра Розенбаума. В предстоящие дни в нашем городе состоится творческий вечер одного из любимых исполнителей «Орелчан». Концерты Розенбаума проходят в нашем городе довольно часто, и он всегда найдет, чем удивить публику и порадовать ее. На своем концерте Александр, помимо исполнения песен, обычно рассказывает розенбайки – увлекательные истории из своей жизни. Некоторые из них поклонники его творчества смогут услышать 17 февраля. Выступление народного и заслуженного артиста России и его старой гвардии состоится в Грин-центре, начало в 19:00. Второе место. Концерт группы «Слот». В эту пятницу в Орле пройдет долгожданный концерт одного из самых известных российских рок-коллективов. Изначально концерт музыкантов из группы «Слот» должен был состояться в ноябре, однако из-за рекомендаций врачей концерт был перенесен на февраль с целью поберечь голосовые связки к солистке Нуке. Отмечу, что «Слот» пользуется популярностью не только в России и странах СНГ, но и в Америке. Известные иностранные группы часто приглашают «Слот» выступить на разогрев. В их числе были Skillet, Korn и Limp Bizkit, а солистка Skillet, Джен Леджер, и вовсе считает, что «Слот» — одна из лучших групп на территории России. Музыкальная банда из Москвы отдаст осенний долг и выступит в Орле 15 февраля в клубе «Герц». Итак, первая строчка. Концерт Егора Крида. Армия поклонников Крида столь велика, что я не мог не поставить его на первое место. В начале следующей недели в «Орел» приедет один из самых топовых артистов российской сцены и, пожалуй, самый успешный воспитанник лейбла Black Star Егор Крид. К 24 годам Егор уже собрал все значимые награды в мире российской поп-музыки и даже попал в рейтинг Forbes, в список самых главных российских знаменитостей. В 2018 году внимание поклонниц артиста было приковано к проекту «Холостяк», где Егор стал главным героем этого телевизионного шоу. Крид представит «Орлу» абсолютно новое шоу. Его мультимедийная программа вместе с эффектным танцевальным обрамлением будет наполнена признанными хитами и самыми новыми песнями. Бесспорно, если вы хотите ощутить себя частью мирового шоу-бизнеса, то вам обязательно надо побывать на одном из концертов Егора Крида. Ближайшая такая возможность будет у вас 19 февраля. Вот и все на сегодня. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, а также напишите в комментариях, какое событие заинтересовало вас больше и какой ивент вы добавили бы в этот топ. Насыщенной вам недели и ярких событий. С вами был Олег Сорокин. Скоро увидимся!